Великой Отечественной войны и помнят о них. Надежда, вера и любовь пролили в муках свою кровь. С тех пор прошло немало лет, но день тот — память и секрет. Привычные, простые имена, в них тайна бытия заключена. Их подвиг совершен не зря. Потомки научились верить и любить, надеяться и сердцем мудрым быть. И в этот день охота пожелать, чтоб не пришлось потомкам их страдать, а радостью и светом жизнь была озарена, делам достойным, добрым лишь посвящена. Сегодня, благодаря Виктории, подрастающее поколение знакомится с великой и трагичной историей своей страны, пропуская через свои сердца музыку, боль и святость той эпохи, учится любить, понимать и ценить подвиг своих предков, свою родину. Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления молодых, талантливых исполнителей. Но прежде чем начать, мы представляем жюри конкурса. Недов Дмитрий Дмитриевич, главный специалист отдела культуры Волконежского района, председатель жюри. Члены жюри: Бакаянова Нина Михайловна, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Волконежского района. Кисакова Екатерина Федоровна, преподаватель по вокалу детской музыкальной школы города Волконежки. Итак, мы начинаем. Добрый день! На сцену приглашаются первые участники. Ансамбль «Карамельки», 10-11 лет, Дом детского творчества. Песня «Идет солдат по городу», музыка «Шаинский», слова «Танич» и «Все о той весне». Проводи нас на поле.
11 лет, детская музыкальная школа, ветераны, музыка, Баснер, слова, Матусовский. Вторая песня «Остановите войну», музыка Татьяна Ветрова. Что однажды ветераны уйдут, то под громкий салют, кто под песни друзей, то всего лишь под шорох озябших ветвей. Ты представь, что однажды на просторах земли нам не хватит любви, чтоб вернуть всех солдат, возвратить всех ушедших солдат. Земли на
Нам не хватит любви, чтоб вернуть всех солдат, возвратить тех ушедших солдат. Ты представь, что однажды предрассветный туман белых птиц караван улетит навсегда. Что ж нас редко им нежность мы дарим тогда? Там, где идет война,
Мае, 11 лет, детская музыкальная школа. «Снег седины», музыка Григорий Пономаренко, слова Виктор Боков. Вторая песня «Довоенный вальс», музыка Павел Айдоницкий, слова Феликс Лаубе. Снег на ромашке, снег на рябине.
май» из репертуара Анисимова Николая. Вторая песня «Все о той весне» ансамбль «Мультикейс». Сегодня иду почтить память павших бойцов. Четыре тюльпана в ладошки несу к гранитной плите вечных снов. Под нею покоятся сотни солдат, кто спас от фашизма страну. Не ради наград, не щадя живота, под пули шли в бой за Москву. 9 мая, день славной победы, 9 мая нельзя забывать. Наш праздник сигнальной красной ракетой начнет по России парадом шагать. 9 мая, скорбим по погибшим, 9 мая, чтим подвиг живых. Пусть мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым в лучах золотых. Мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым в лучах золотых. Жив на плиту, в минутном молчании стою. Руладою грач разбудил тишину, напомнив живым про весну. Спокойным списном твое имя, солдат, в сердцах наших будет всегда. Твой подвиг геройский, советский солдат, останется жить на века. 9 мая, день славной победы, 9 мая нельзя забывать. Наш праздник сигнальной красной ракетой начнет по России парадом шагать. 9 мая, скорбим по погибшим, 9 мая, чтим подвиг живых. Пусть мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым в лучах золотых. Мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым в лучах золотых. Что верба развела и правда.
Так как я стояла
нашего не хорони. Свой ветер срывал, слезы с глаз непослушных, и я вспоминала о днях своих лучших, когда он садил себе на колени. Я помнил до мелочи все те мгновения, они уносили меня вверх ушедшей, войны той ужасной, но к счастью прошедшей. Наших прадедов и дедов, боевые родина, принесшие победу, будем мы ей дорожить и расскажем своим детям про боевые родина, принесшие победу.
но на лицах седых далеко остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб молодого героя своих не забыла, чтобы не было больше войны. Вторая песня «Идет солдат по городу» из репертуара Льва Лещенко. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю. Is
села я с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Святым огнем.
блеск тысяч батарей, вступивших в свой последний бой. Надежда ждущих матерей, живая память в нем и боль. Победы негасимый свет сияет над моей. Салют взорвется в тишине, держать планету на руках, доверено тебе и мне. Победы негасимый свет сияет над моей. Вторая песня «Дом родной» Руслана Алехно. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь радостных, ласковых встреч. Ты говорила, что не забудешь радостных, ласковых встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Не больше ночи, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Не больше ночи, где ты, платочек, желанный родной. Помню, как в помятый вечер упадал платочек твой с плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. Мы согреться.
Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Дорогие друзья, уважаемые конкурсанты, уважаемые наши болельщики, уважаемые жюри, я хочу огласить, результаты нашего районного конкурса «Виктория 2017». Да, да, места есть, пожалуйста. Оля, Рима, спустись ниже. Вот так, чтобы все были видны. Дорогие друзья, я хочу отметить, что этот конкурс продолжается уже много лет и стало уже традицией, что мы каждый год отмечаем этот конкурс, и у нас всегда звучат песни военных лет. Мне очень приятно, что мы чтим прекрасную, хорошую традицию, потому что Великая Победа досталась очень тяжелой ценой. Я вас поздравляю всех с этим конкурсом и хочу огласить следующие результаты. Кукулер Валерия. Подойди, пожалуйста, сюда. Эта девочка заняла гран-при в конкурсе «Виктория 2017». Я также хочу отметить Пасмак Мари, которая заняла первое место. Дорогие друзья, второе место заняла Алтапармак Маргарита. Дорогие друзья, третье место заняла эконом Ольга. Второе место заняла Богоева Дарья. Терезия Екатерина. Взрослой категории первое место заняла Тадиева Карина. Второе место заняла Тарлупа Владислава.
занял ансамбль «Карамельки». Дорогие друзья, я хочу сказать несколько слов. Это уже вне конкурса, это, конечно, наш конкурс. И я хочу, чтобы вы все знали, потому что я услышал сегодня, были детки, которые имеют, так сказать, хороший голосок, но у них очень мало практики. Уважаемые педагоги, я хочу вас попросить, чтобы вы больше внимания обращали на них, потому что голосочки есть, работа есть. И я думаю, что на следующий конкурс, в следующем году, вы нас также порадуете прекрасными, военными, красивыми песнями. Спасибо за внимание. Наш конкурс завершен. Спасибо. Еще стоп. Я также хочу предоставить слово председателю ветеранной нашей организации Баканеновой Нине Михайловне. Пожалуйста. Мая со мной поедут на конкурс «Вера, надежда, любовь». Кишинев. Кукулеп Валерия. Пасмак Мария. Алтыпармак Маргарита, да? Да. Эконом Ольга. Богоева Дарья. Тадиева Карина. И Тарнупа Влада. Я тебя обязательно беру.